В мессенджерах и социальных сетях жители Актау пересылают друг другу сообщение, что с 1 декабря 2023 года регион перейдет на столичное время, то есть на час вперед. Однако Управление внутренней политики Мангистауской области со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило, что в настоящее время решение по данному вопросу не принято. Решение по данному вопросу будет принято после детального изучения, а также широкого обсуждения с общественностью.